Пушка какая-то. Идем, где скважины, где завод именно моршинской этой ропы. Хотим купить пару бутылочек домой, попить пару чашечку. В лесу заброшенная скважина какая-то, номер какой-то минеральной воды. Мы когда спускались туда, смотрели, все такое брошенное в лесу. Уложено старинным кирпичом. Импортным еще, наверное, за Австро-Венгрию кирпичи такие с надписями, все такие интересные. Вот сейчас один попробую приблизить, вот что на нем написано. Они, наверное, даже какую-то историческую ценность имеют. Сам я думаю. Заводик продают рапу только в пластмассовых зеленых бутылках, по-моему, литровые, а по всему городу и стеклянные, и какие хочешь продаются. Так что вот наш заводик. Придем покупать пляшечки. А вот какие были эти Свердловина 2А 1967 року. А скільки було? Я вже не пам'ятаю. Вот 878. Вот. Мы вас покупали, мы два рубки назад были, тут до вас тоже приходили, две бутылки покупали.